tudsz. Вот остановись и послушай, как эти звуки она издает. Почему она не делает во время пешечки? Потому что я это запоминаю. И перестала жужжать. Короче, оказывается, она умеет жужжать на всякие разные тона и петь песенки. Вот вверху. Так надо еще вот тут. Та буква, которая длинная нитка. Да, это длинная история с этой буквы. Как раз эта самая буква поет самые классные песенки. Ты всё понял? Смотри, она сделала полукруг а-ля Бернингмен. И сейчас она пойдет вот так вот, вернется туда, в начальную, там, где она начала, и там будет вот так вот. Она сдвинулась. Она сдвинулась, да. Ну, будем править. Зато смотри, какой у нас есть замечательный уродец. Что это за буква? МТА? МТА. Да, но мы бы тогда никогда не узнали, какую она классную песню поет. Сделай мне какой-нибудь вкусный коктейль, пожалуйста. Вот, видишь, теперь он сбоку сделает еще